Всем привет, с вами любимая компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию односторонний рейсмусовый станок МБ-106H производства FDB Machining Германия. Компания «Электромотор». Значит, моделька. Недавно только их привезли, 2017 год выпуска. Основные технические характеристики указаны у нас здесь на шильдике. То есть, что основное? Это мощность двигателя 7,5 кВт. Дальше минимальная длина строгания 220 мм, максимальная толщина строгания 200 мм. Скорость вращения ножа 4800 оборотов в минуту, максимальная глубина строгания 5 мм. Диаметр вала здесь по 105 мм, вес составляет 553 кг, то есть он вроде как бы небольшой, но весит полтонны. Также имеется возможность подсоединения стружка отсоса 100 мм. Вот здесь вот покажете, не покажете. Подсоединение стружка отсоса 100 мм. Выполнен достаточно качественно. Чугунный стол. По вопросам покупки рейсмусовых станков FDB Machining обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5-3-0-3-8. Станки есть в наличии от 104 до 106, как бы включительно на нашем складе. Доставка в течение одного дня по городу Киеву, либо отправка новыми почтами, любыми службами перевозчика на следующий день. И покупайте станки FDB Machining. Контактный телефон 5-3-0-3-8. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».